Кошельки Татонка. Это идет Euro Wallet, а это Money Box. Они одинаковые, но есть свои отличия. Достаточно можно увидеть по размеру. Этот кошелек идет меньше и тоньше. Называется Money Box. Тут липучка, сзади кармашек на замочке. Так, внутри есть два кармашка. С одной стороны это вертикальный и горизонтальный. Потом идет раздел такой для карточек. И тоже вертикальный и горизонтальный с другой стороны. Сейчас попробуем положить большие деньги. Они должны поместиться. Да, полностью влезли в своем размере. Так. Карточки здесь вставляются легко. Легко можно вставить и вытащить карточку. И отделение для мелочи тоже хорошо подойдет. Очень компактный, тоненький. То есть он может спокойно поместиться в карман, например, джинс. И курточки тем более. Сейчас рассмотрим другой кошелек, который называется Money Box. Он идет больше. То есть по сравнению, что мы здесь имеем? Здесь нет отделения для карточек, но есть такой кармашек, куда можно вставить там фотографию или что-то такое. Есть еще один кармашек с этой стороны. Так, здесь много кармашек, в принципе, тоже для карточек. Так, о, есть отделение еще с замочком для денег, для купюр, и отделение без замочка. То есть оно легко входит, купюра. А, в замочек чуть-чуть поуже, потому что он идет ближе. Все закрывается. И здесь также есть кармашек для мелочи на замочке. Ну, получается, этот совсем тоненький. А вот этот, из-за того, что здесь замочек, он как-то очень гораздо толще. Вот для сравнения. Сильно выпирает, и выпирает еще липучка. То есть вот этот хорошо вмещается в маленькой женской руке, то этот уже такой побольше. Это как сравнение телефонов, когда берешь в руку какой-то маленький и лопату. Но свои преимущества он тоже имеет, так как здесь есть вот такие отделения для карт. И кармашек на замочке.